День добрый! Сегодня, как и всегда, мы с Мусей и партнером нашей программы компании «Талант Небр» предлагаем смотреть исключительно хорошие фильмы, исключительно по чашечку хорошего кофе от компании «Талант Небр». И вот наша пятерочка на эти выходные. Первый фильм называется «Секретный агент». Майкл Эбдит, который поставил этот фильм, в солидном возрасте не утратил хватку. Его режиссерская карьера насчитывает уже почти 50 лет. «Агата» и «Целого мира мало». «Нелл», «Хроники Нарнии», «Одни из хроник Нарнии», «Покоритель Зари», ну и много-много-много-много-много. «Секретный агент». В главной роли Нумерапас, девушка с татуировкой дракона, очень крутая. Ну а подыгрывают ей шикарные актеры. Майкл Дуглас, Орландо Блум, Джон Малкович, Тони Коллетт. Хорошее кино, очень крутое кино. Любители шпионских боевиков будут в восторге. Меня обнаружили. Думаю, я твой единственный друг. Заключенный сбежал. Я его из-под земли достану. Забудь о прошлом, иначе оно будет стоять у тебя на пути. Вирусы – самая большая угроза человечеству. Каждый, как заведенная бомба. Мы думали, что все под контролем. После запуска у вас есть 5 минут. До этого не дойдет. Секретный агент. Все мы в руках Господа. Но имеем право действовать. Следующий фильм – это мультик. Мультик называется «Сахара». Netflix вышел на французский рынок и сделал мультик для Европы, который называется «Сахара». Французы в восторге, а Марси озвучивал Клавис Корнияк. Много хороших актеров поозвучивало этот мультик. Если знаете французский, я вам завидую. Посмотрите мультик в оригинале, послушайте шикарные голоса. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus fort que moi. T'es tellement courageux. Je suis super entraîné au kung-fu. Alors si je m'énerve, ça peut très très vite dégénérer. Vous n'auriez pas croisé comme une caravane? Une caravane de 3 hommes et 1 enfant en direction de Souk-Soukville avec des dromadaires dont l'un portait 2 paniers d'où pendait un joli serpent vert qui cherchait à s'échapper? Oui, 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 c'est ça. Non, ça me dit rien du tout. Pete, Pete, il y a plein de gens. Ah, fais-les partir, fais-les partir. Mais comment tu veux que je... Fais le serpent à sonnette, là. Les gens, ils flippent à mort des serpents à sonnette. Ding dong. C'était quoi, ça? Ben... C'est toi qui m'as dit... Sahara, vous allez avoir peur. Pour... Последний кинофестиваль. Фильм должен был выйти где-то в 2010-2011 году, но случилось несчастье, умер исполнитель главной роли Деннис Хоппер. Великого режиссера и актера не стало, не успели закончить фильм, несколько сцен с ним не досняли, но Kickstarter творит чудеса. Добрали 100 тысяч на домонтаж. Перед смертью предварительный черновой монтаж Деннис Хоппер увидел и одобрил, по словам режиссера Линды Йеллен, эту ее работу. Сатирическую комедию, которая называется «Последний кинофестиваль». Это одна из последних работ Денниса Хоппера. Еще должны выйти несколько фильмов, которые... точно так же практически досняли и сейчас находятся в стадии монтажа. 7 лет назад не стало Денниса Хоппера, а мы сейчас видим новую работу с этим великим актером. Последний кинофестиваль. I'm sorry. I'm not here. Please go about your business. Wake up, Eric. It wasn't for me.
You wouldn't have a movie. If it wasn't for me, you wouldn't have a career. It's an edgy, on the cusp kind of festival where they discover the latest edgy film. Oh, oh, oh! Award for Best Picture. Can I whip you a little more before you go? No. Please? No. Новая мумия, ну скажем так, она окупилась, даже принесла какую-то прибыль. Это не шедевр, но очень крепкое голливудское кино, у которого есть и плюсы, и минусы. Большой плюс — это спецэффекты и то, что это действительно большое голливудское кино. Минус, он же и плюс, — это Том Круз. Все внимание исключительно на Томми Крузе. Он, естественно, солирует, он, естественно, ведет весь фильм. Ну, иногда это хорошо, иногда это не очень хорошо, но пропустить этот фильм ни в коем случае нельзя. Тем более Рассел Кроу в роли мистера Хайда, он же доктор Джекил, с заявкой на следующий фильм серии «Мумия». Ты жив, потому что избран. Избран? Но кем? Злом, мистер Мортон. Абсолютным злом. Дочь фараона обладала сверхъестественной силой. Чтобы вернуть ее, она использует тебя. О, боже. Аманет не остановится, пока не сделает этот мир своим. Дженни, не сдавайся. Я боюсь. Мы выберемся. Не бросай меня. Тебе не убежать. Нет, Дженни! И не скрыться. Подчинись ей. Мумия. Любой ценой. Невероятно крутое кино. 4 номинации на Оскар получил этот фильм. 3 номинации на Золотой Глобус. Детектив, драма. Может быть, где-то вестерн. Джефф Бриджес. Бесподобен. Бен Фостер. Выше всяких похвал. Крис Пайн. Ну, как Крис Пайн. Хороший актер. Фильм невероятно крут. Это жесткое, очень серьезное, очень крутое кино. Да, здесь много элементов развлекательного фильма, но пропустить этот фильм как любителям и развлекательного кино, так и любителям серьезного кино ни в коем случае нельзя. К сожалению, он так и не получил тех наград, на которые наработал. Но любой ценой. Это круто. Не вставать! Эти парни точно знают, что делают. Я бы сказал, они пытаются добыть определенную сумму. Эй, Тоби! Валим, валим! Тоби, ты поступаешь правильно. Мы это сделаем. Я с тобой, брат. От сценариста-убийцы. Хочешь, дам совет? Забудься о мальчишках и матери. Не умничай, тебе это все равно с рук не сойдет. Я с самого начала знал, что затея гиблая. Тогда почему согласился? Потому что меня попросил брат. Сдается мне, раскусил я этих ребят. Справедливость не преступление. У него нет приводов, ни одного ареста не подходит он, Маркус. Тебе много всего наговорят про нас с твоим дядькой. Пусть говорят, я не поверю. Нет уж, поверь. Это все правда. Я люблю тебя, Тоби. Серьезно. И я тебя. Хочешь, чтобы нас грохнули, да? Джефф Бриджес, Крис Пайн, Бен Фостер. Любой ценой. Ну вот и вся пятерочка фильмов на эти выходные, которые рекомендуем
Вам мы с Муси и партнер нашей программы компания «Талон Днепр». Смотрите хорошее кино, пейте хороший кофе, естественно, от компании «Талон Днепр». Это хорошо и то, и другое. До новых встреч.